Здравствуйте, дорогие друзья! ВКонтакте, в Одноклассниках. Я начинаю свой видеоблог. Свой видеоблог номер. Пойдемте, я посмотрю, какой номер подписки. Потом ты и дама. Ага. Ой. Одно видео у меня забанили, ёпцы. За то, что я маску кричал. Так, ладно. Видеоблог номер 433. Ты в окошко посмотри. Ты в окошко посмотри. Пойдемте, мои подписчики, на любимый. Ага. Так что теперь это вот такие вот дела, подписчики. Ага. Я боюсь, это подписчики, ой.
Вот эти все яды очень сложные сами. Ох. Ой, пальцы спадочки. Так, кстати, школу надо разделить на завтра и после. Ой, надо сегодня на завтра. Ну, кстати.
Папи, сейчас ты моя мама звонит. Коробку конфет открыла свою. Как у нас? Да, вот сейчас как у нас открыла. Ой, ну да, ну да. Да, есть, есть. Ой, ну да. Нет, нет. Да нет, не одна. Я не знаю, если я кушаю все, да. Да нет, я сейчас, ну, я сейчас школу открыла и... Ой, ну да, я еще блог веду свой, как я конфеты кушаю. Ой, так не нам, ой, так не нам говорить вам.
Так что вот такие вот дела. Сегодня стоматолог была. Пятерки сходил на Донского. Да, я не заблудилась. Ну да, не было никого. Я на Барета, на Донского была в пятерочке. На Донского в пятерочке была. Не знаю. До 18-го. Да, до 18-го, мам. Ну да. Поняла. Ну да, ну да. Ну да, ну да. Да. Ну да. Да. Ого. Ну вот, 9 мая же снег шел. Мокрый. Уже 12, 7 дней осталось. До пенсии. Да. Мы в прошлый раз полторы отдавали. В апреле, в прошлом году в апреле была. Весь апрель была. Да. Ну да. Да, я вас, я дежурного предупредила, я тут уезжаю. Угу, ага. Ну да. 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 Нет, не себе оставил, ты чё, мам? Мегафон не ворует никогда. Угу. Так что вот такие вот дела, мам. Я сейчас блог снимаю на свой канал. У меня же прошлый блог заканули. Я же говорю, на ютубе меня заканули. Забанили мое видео. Видео мое забанили. Где я там в шоу маску снималась?
Да. Они его блокнули. Видели это? Забанили видео. Да. Они видео забанили мое, прикинь. Тут видео забанили мое. Как? Блин, 5 часов уже, ёпты! 5 часов уже! Блин, я на время не смотрела, я думала, что вообще 4 часа. Ну да. Ладно, хорошо, пока. Буду дальше блог твой снимать. Ага. Поняла. Так, ладно. Значит, я даже человеку баранова, понятно. Тихо, ты не на... Ты где на этим дорогу сказала? Ёпты! А, она не сидит, я сидит. А, она в ютубе сидит. А, ну да, ты думаешь? Так, что мне меня сюда отправить, да? Ладно. Наставлю вместо себя стакан колы. Я сейчас приду в аптечке. Оставлю вместо себя стакан колы. Сочи 2004. Поехали там, все.
Ой, блин, подписчики. Все, я вернулась, подписчики. Все. Вот так я вернулась. Сегодня я ходила за командолок в подписке с двумя местами. Напомню подписчикам. 20 мая я ложусь в 7 подписчиков.
Ой, золушка, золушка, ты немножко, он меня загораживает, ладно. Спасибо большое, что ты немножко постояла, золушка, все. Теперь все подписчики увидят, что я поставила свой юбилейный стакан Сочи 2014 и ушла. Ах, да, точно. Мое последнее видео. Мое последнее видео набрало 85 просмотров, подписчики. Так, все, вы поняли, подписчики? Сегодня у меня сладкий обед и ужин. Сладкий завтрак, обед и ужин, подписчики. Все. Ой. 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 Девятого мая 2022 года у меня появилась панда, подписчики. Я с ней на концерте выступала вчера, подписчики. Ой, блядь. Молчи, молчи, ничего не говорит.
Подписчики, я вот этот фильм постараюсь с тобой взять подписчики. А, да. А вот это какой-то как на безвредный, я забыл. Значит, вот эти конфеты мы сейчас берем. И кладем сумку. Точно. Кстати, точно. Такой, да? Мы берем и все. Ой, блин, точно, у нас тут сумку. Ну ладно, сейчас мы вот эти. Там сумку с большим орехом. Да, с большим орехом. Мы их спрятаем. Наш конфликт с большим орехом. Да, с спрятаем. И ладно, надо. Да, ладно. Ладно, так. Солнышко осталось так. Так, мешок спасти.
Кухонное окно закрыть, мать моя. Да, закрывай кухню, просто. Закрывай кухню. Ой, Солка, ты здесь стоишь уже, да? Ой, прости, Солка. Подписчики, блин. Так, все, я сложил, что? Так, я надеюсь, это. Солка, давай, спасибо тебе большое, что ты повещался немного. Моя любимая Солка. Так, все. Кстати, вот, кстати, я не знаю, вам показывала или нет на взор. У меня появился попыт новый. Попыт уточка, подписчики. Вот такой попыт у меня появился, подписчики. Он самый популярный среди блогеров. Сейчас. Блин, дальше что-то так-то. Да, нужно это. Так, чтобы не кружить головой, нужно это. Попыт играть. Кстати, да. Блин, а как же я сегодня буду с этим справляться? Блин, будет желание? Это. Кружить, и все. Я уже не точно. Я туда сразу возьму эти, возьму попыт. Туда, возьму симпанзину туда. Не скажем. Лунтика мы копируем, может, косить, да. Так, обязательно свой телефон ноги очищу от этих файлов, от всех файлов. Кроме внутренних, внутренние файлы сразу не удаляют. Где там я последний раз пишу. Да. Так, да, ох. Так, все. Так, это, видать, последний мой видеоблог. Это мой предпоследний огромный видеоблог перед выездом в другой центр. Перед выездом в другой центр, да. Вот такой. У меня есть на лице целых 3 попытки подписчики. Так, короче, я не знаю, вам скажу, нет, это у меня Мишка. У меня появится где-то моя Мишка. А вот этот подписчик, Мишка путешественник, да, да. Так, я посмотрю на сколько видео. Сколько? Часовое видео, вы издеваетесь? Я надеюсь, это, хоть это видео не забанить на ютубе, а?
Так, я буду вести свой канал на Ютубе до полного его закрытия. Все. Так, будет видеоблог, будет называться 433. Ты в окошко посмотри. Так, все. С 20 мая я уже в другой центр подписчики. И по 18 июня подписчики. Прикиньте. Так что вот такие вот дела. Слушайте, подписчики, прикиньте, я так и смотрела, у меня скоро сумка голубая, ловни моя. Ой, погла что. Так, все. Я думаю, это самый большой масштабный видеоблог, но прошлое видео на Ютубе меня забанили. Из-за того, что я шоу Маск снимала, прикиньте, подписчики. Прошлый видеоблог мой заморозили, прикиньте.
Вернее, он висит на Ютубе, но я не знаю, он для кого висит. Так что вот такая вот жесть, подписчик. Ой, простите. Я хотела, все не ходила на лечение стоматологу, подписчики. Угу. Сколько? 18.06 уже подписчик. Простите, подписчик, кажется, 18.00 уже. Ладно, ух. Вот так. У меня осталось 5 конфет из всех коров, из всей коробки. Видите, подписчики? Вот такие вот дела. Вот такие вот дела. Ла-ла-ла, подписчики. Ладно, подписчики, поскольку у меня сегодня ничего по сути не предстоит, не предстоит, ага. Тогда, может, я пойду пластику носить? Нет. Ну, или завтра, если я завтра видеоблог сниму, да. Да, я завтра еще видеоблог свой сниму, ага. Получится у меня 434-435. Вот такой вот получится, ага.
Ой, теперь все подписчики увидели, что это объект не уёбся. Подписчики, блин, пожалуйста, не отписывайтесь от меня, что это объект не подписчики. Так, все. Так, сейчас мы этот кайкунов закроем и оставим на ветер, на ветер. Все, ой. Ай, ёпта, у меня конфеты осыпались, подписчики. Подписчики, у меня конфеты осыпались. Подписчики, у меня конфеты осыпались. Подписчики, у меня конфеты осыпались. Все, ой, да что такое, не лазит, что ли? А, нет, лазит, 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 лазит. Все, будет лет, отлично. Так. Что вам еще показать? Так, что вам еще показать? Что вам еще показать? О! Так, скоро я теми сложу уже 20 мая. Я уже все заранее предупредила. Слушайте, подписчики, коротко о ценах в магазинах. В магазинах так кока-кола подорожала, вообще подписчики. Это полная жесть. Раньше кока-кола стоила. Ну, я про русскую кока-колу говорю, не про американскую, их не хвалю. Сначала русская кока-кола стоила. Так, это посмотрите, это... 2015, 2016, 2017, 2017 год стоило. Ну да, 2016 год стоило 12 рублей, 2 литра. 2016, 17, 19 рублей, 2 литра. 2019, 20 рублей за 2 литра. 2021, 26,60 за 2 литра. И 2022 год, 33 рубля 99 копеек за 2 литра. 30, так, сейчас покажу вам на пальцах. 33 рубля, подписчики. А в перекрестке нашем, который в подвале находится, стоит кола 35 рублей, прикиньте, подписчики. А американская кола
А американский курс стал стоить 124 рубля. И это не предел. В нашем подвальном перекрестке цена очень завышенная. 154. Блин, что мне держит горло, ёпта. Папа, ой, мишки я в карман положу уже. Так, подписчики, пойдемте. Коллекция конфет. Стоп. 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 Ой, ладно. Стоп, пойдем. Я сейчас мы с моей любимой Солушкой покажем вам представление. Та-т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 а. Ой, я кто вспомянул по пичке. Это, наверное, ой, шоу мне вспомнило. Из этого. Ой, не шоу, а... Блин, не шоу, а это... Лайс Баранов, ты внизу, подписчики. Да, точно. Угу. Так что вот такие вот дела, вот такие вот дела. Ла-ла-ла, подписчики. В моем балгой уже только прибыла. Ой, да что Ой, блин, ну что ж такое-то? Так, подписчики, пойдемте, я вам покажу все свои попыты, которые у меня появились за 2020 год. Ладно, у нас тем временем скоро ураган начнется, подписчики. Сейчас надо взять. Так, все, о. Так, все, подписчики. О, компьютер выключается, подписчики. Подписчики, компьютер выключается. Ой, пойдемте в падик мусор вынесем, подписчики. Подписчики, пойдемте в падик мусор выносить. Пойдемте в падик мусор выносить, подписчики. Подписчики, пойдемте в падик мусор выносить. Подписчики, пойдемте в падик мусора наши. Пойдемте в падик мусора наши, подписчики. Так, включаю тут светику. Пойдемте в падик мусора наши, подписчики. Подписчики, подписчики. Ой, да, подписчики. 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 Блин, так, пойдем в падик. 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 Вот такой вид с этажа, вот пишите. Ух, какой вид.
тёрки. Так, всё, подписчики, всё. Подписчиконы мои. Так, всё. Так, подписчиконы мои. Мои подписчиконы. Так, ой, да. Сейчас, да что ж такое? А, вот. Вот такая пан. Ой. Да, мам, тебя показывай, нам же. Ой, точно. Точно. Так, всё. Вот такая паночка у меня появилась, подписчики. Такая у меня паночка появилась, маленькая. Ага. Вот такая паночка появилась. Ангелочки, блин, все упали опять. Ай-я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 й. Так, ладно, ох. Сейчас или никогда. Так, поехали. Значит, сейчас мы будем с подписчиками показываться. Сейчас мы будем общаться с подписчиками моими. Правда, у меня нету смартфона, поэтому общаться. Я сейчас кнопочную отвечаю, да. Кнопочную телефона. А разбиваю я с вот этого телефона. Вот это телефон называется Махви. Махви, подписчики. 18:21. Так, поехали. Подписчики. Так, смотрите, подписчики. Солушка, сова, солушка, большая голова. Ва-ва-ва. Все. Солушка. Так. Ну-ка, я попробую удержать солушку на руке. Раз. Подписчики, у меня солушка на руке, на руке солушка сидит. На руке сидит вава, ва-ва-ва. На руке сидит сова, 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 ва-ва-ва. Так, всё. Солушка моя. Так, полетите на трубе, подписчики. Солушка. Солнышко, давайте. Передаю привет всем своим уважаемым подписчикам. Йоу! Поздравляю всех с прошедшими майскими праздниками. Дигит! Ура! Дигит!
Ура! Беги! Ура! Все. Все, пошли. Так, что у вас нет? Ты готов? А, ну да. Блин, у меня лягушки сет, Нина. Нина, лягушки сет, Нина. Секунду. Если не тяни, то встань. Окей, пошли. А сет, это реально? Я реально лягушки. А, ты поздно? О, мои лягушки сет, а? Кто сет, о, мои лягушки? А мне у меня 8 сетов. 8 сетов лягушек. Да. Да, квакушки. Так, ой, я хотел что. Да блин, что ж такое, а? А, вот. Так, мои очки. Так, самое главное, взять очки фенис. Взять фенис, очки. Раз. Все. А, тихо. Так, тихо. Ага. Так. Ой, а, да, все нормально, надеюсь. Так, ого! Сох, ты подписчика, ура! На моем канале 140 ты подписчика! Еще немного и будет 145! Короче, до закрытия Ютуба у меня еще есть время насобирать моих подписчиков. Ах, да. Пользуясь случаем, передаю привет Каролине Францевой. Точно, ага. Так, стоп, что будем показать? Так, красная рыба не актуальна. О, вот. Точно, ой, точно, последняя распутка. Напишем ей. Напишем ей. 12 мая я выступал. Ой, не 12, а 11 мая я выступала на концерт. Так, пишем. Так, пишем. 11 мая. Мая. Я выступала на концерте. Я выступала так. На концерте. Раз, два, три. Вот. 11 мая я выступала на концерте. Так, поехали. Посвященным. Ну, мы. 9 мая я читала стих. Подписчики, на то все зашла. Так, я читала стих.
А, сейчас мы на диске с Наташей. Она, наверное, недавно вернулась с этих праздников. А, да, наверное, да. Написано, развитый. Ой. А, слушай. Добрый вечер. Пишем. Добрый. Добрый вечер. Раз, два, три. Добрый вечер. Тихо, не говори, не говори. Сколько? 90 просмотров, вы издеваетесь? Подписчики, смотрите, у меня 90 просмотров набрал. Ой, блин, да что ж такое, спросите, спросите подписчики. Смотрите, у меня 90 просмотров набрал. Я в шоке, подписчики. Я крутая, подписчики. Подписчики, я крутая, так. У меня лягушка пищит, подписчики. Подписчики, слышали, у меня лягушка пищит. Подписчики, у меня лягушка пищит. Ах, да. Вот, это, короче, часть лягушка из моего набора. Их всего 8, подписчики. Я, конечно, хочу с собой пенис взять лягушки, но я не знаю. Я с собой несколько игрушек буду брать пенис, потому что я буду месяц без компьютера, без интернета, без телевизора. Месяц подписчик, вы прикиньте. Подписчики, вы прикиньте, у меня лягушка пищит, подписчики. Ратапишки, подписчики, та-та-та-там. Так, все, подписчики. Так, я здесь вам все показала. А, нет, извините, вот. Вот такая лягушка красивая. Так, у меня теперь в этой коробке моей мелочи я туда свои лягушки сложила. Так. И кот, и кот, уходи по лоб. Меня, наверное, Каролина Франция вспомнила. Или Настя, не, наверное, меня Настя Крыжановка вспомнила, которая ко мне очень давно не заходила на страничку. Ой, мне ответили подписчики ВКонтакте. Мне, короче, подписчики ВКонтакте ответили. Подписчики. Вот такая большая жаба у меня есть, подписчики. Видите, вот такая большая жаба есть. Вот такая жаба большая есть, подписчики. О, написал. Подписчики, как мне нравится пищать, пока мам все с ним слышит. Подписчики, у меня теперь есть огурчик, пиво еще, подписчики. У меня есть огурчик, подписчики. Так, все, я вам вроде показал все, такой, так, лягушка. Лягушка. Такой, да. Сейчас я вам обещал еще свои попытки показать. Так. Вот мои попытки. Да что ж такое? Так, вот, смотрите, сколько у меня много подписчиков. Да что ж такое? Вот подписчики. Раз, два, три, четыре. Вот я боюсь. Thank you.
так 8, 10 подписчиков. Это короче, короче подписчиков. Короче, пришли. Короче, подписчик, приходи, узнавать, кто там съел. Короче, подписчики приходили узнавать, кто съел. Подписчики, прикиньте. Так, ой, я же вам своего выс показывал, да? Вот, простите, да. Так, вы на... 2 часа уже почти. Нифига, 2 часа выйти. Ну ладно. Зато оно будет у меня без поисков. Все. Так, да, я вам попытку показывала. Потом мне в дверь позвонили недавно, да. Так, вот это у меня, вот это новый попытка. Вот сколько у меня попыток, подписчики? 1 попыт, 2 попыт, 3 попыт. У меня 3 попыта и симпом-димпом. Вот это, так, сейчас я вам покажу, чем отличается симпом-димпом от попыток. Вот это у нас попыт, подписчики. У него маленький попытки. А вот это у нас симпом-димпом. У симпом-димпом большие попытки, подписчики. Так что вот такие вот дела. Подписчики. Ой, не подписчики, блин. Сразу вам говорю, вот этот попыт, вот такой попыт это, в виде динозавра, никому не советую покупать, потому что он это, видите, подписчики, сломался. Видите, у меня попыт сломался. Я за него отвалил 70 рублей, он сломался. Прикиньте, подписчики, вот такая вот жесть. Попытаем вот этим. Так что, если вы увидите вот такой попыт, никогда его не берите, подписчики, поняли? Нет, никогда его не берите. Так, ладно. Так, что вам? Так, ладно. Так, ладно. Дальше у нас этот. Дальше у нас спиннер. Симпом-симпом. Так что у меня симпом-симпом. Так, все. Так, дальше вот. Ага, так вот. Так. Главное, дальше положим. Вот это у нас самый надежный попыт, это вот этот. Вот этот, который, он одинарный, слава богу. Так что, я думаю, вот этот попыт там... Подписчики, кто звонит? Идут все те подписчики. Мать какой-то. Подписчики. Сначала в этот зерной звонок звонили, а теперь в домофон звонит, подписчики. Связано мне. Мне страшно, подписчики. Подписчики, страшно мне. Подписчики, мне страшно. Страшно, подписчики. Подписчики, мне страшно. А, да. Вот это самый надежный симпандин. Я его уже несколько раз в центр с тобой брала. Подписчики, вот такая вот дела, вот такие вот дела, подписчики, да. Вот такие вот дела. Ла-ла-ла-ла-ла. Так, все. А, все, нам теперь на таком есть точно. Так, все, поехали. Симпом-димпом, поп, ой, да, сука. Попусти, если голова болит, симпом-димпом. Если голова болит, симпом-димпом. Если голова болит, симпом-димпом. Ого, подписчики! Симпом-димпом у меня вот такой. Это называется спиннер симпом-димпом. Так, все. Так, новый конфликт, а? Так, все. У меня все хорошо. Так,
Ой, блин, ладно, все. Так, все, подписчики. Сегодня вас нет. Не пиши. Ой, да ладно тебе. Так, самое главное в камеру это не сказать слово. Слово это в камеру не сказать. О, просмотр набирается, офигеть, минус просмотр уже, нифига себе. Вы серьезно? Нифига. О, ошушить. Сколько? Га. Поехали. 20 раз у нас понятно. Так, ага. Но 1 мая у меня не удалось. Блок не удался 1 мая, значит. Ага. Ну, тогда сейчас блок будем закрутать. Так, прошлый блок получился на 2 часа 10 минут 6 секунд, который висит в этом. Не знаю, где он сейчас висит даже. Такой, ладно. О, мне вчера пост прислали, ёпта, подписчики. Ой, подписчики, Маша, из сети ушла. Поехали. Перегружаем страницу. Нифига, подписчики. 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 Он нас прозвоновался, ну ладно. Восемь семь, нифига. Я у него 87, точно. Ладно. Так, вот дальше я вам показала вот такой симпл-димпл. Вот такой спиннер симпл-димпл. Я его доила на этой, ну, на праздник, да. Так что, так, вот эту уточку я не знаю. Ну, вот эту уточку можно тоже убрать, наверное. Так что вот такие вот дела. Вот такие вот дела сегодня подписчики. Такой. Неужели утка не лежает, а? Блин, утка не лежает, а? Так, да, все, подписчики, задержаемся. Так, а на чем задержаться? Ах, да, может на телефоне? А, нет, не на... А, подожди, давай на лягушках, а? Блин, все. Или, о, что это такое? Не, а давай вот так. Подписчики! Вы не поверите, подписчики! Мне пишет кто-то! Мне кое-кто пишет, смотрите, мне пишет кое-кто, смотрите, пишет мне, мне пишут подписчики, мне пишут, мне пишут, подписчики мои, мне пишут, подписчики, мне пишут, ладно, завершаемся, видео,
завершаем видео, 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 завершаем видео. Всем пока, пока. Видео, видео, закрываем видео. Всем пока, пока. До встречи на следующем видеоблоге номер 424. 424. Я с Тетрисом в квартире. Я с Тетрисом в квартире. Всем пока, пока. Всем пока, всем пока. С вами Нина и Ена. Всем пока, пока.